Я делаю глубокий вдох и выдох. Я посвящаю эту медитацию себе и своему сегодняшнему дню. Совершенно не важно, какая сегодня погода за окном, пасмурно и дождливо, либо солнечно и тепло, мне это абсолютно не важно, ведь моя энергия и мое желание жить зарождается внутри меня, а не извне. Я ощущаю, как внутри моего тела зарождается тепло, которое будет сопровождать меня в течение всего сегодняшнего дня. Я не хочу думать о негативных событиях предыдущих дней или о неудачах, которые у меня случались. Ведь моя настоящая жизнь, она происходит здесь и сейчас. В эту самую секунду, когда я проговариваю себе эти слова. Именно эта секунда способна стать началом чего-то нового и вдохновляющего. Началом моего нового дня, который обязательно сделает свой вклад в мое счастливое будущее и в мое счастливое настоящее. Я осознаю, что каждое мое сегодняшнее действие повлияет на то, каким будет мое завтра. И я с радостью буду и хочу нести ответственность за эти действия. Я настроен на то, чтобы менять сегодня свою жизнь в лучшую сторону. И я ни капли не сомневаюсь в том, что мне это под силу. Сейчас я начинаю представлять тот день, когда одна из моих самых заветных мечт наконец сбылась. Вокруг все будто бы сияет. Я улыбаюсь, я испытываю гордость за себя и нахожусь в состоянии какого-то неосязаемого счастья, которое идет изнутри, окутывает всех вокруг и дает мне невероятную силу. Я вижу жизнь своей мечты, и это так невероятно наблюдать за этим со стороны. И это все обязательно будет и обязательно случится. Эти мысли о моем будущем меня невероятно вдохновляют и окрыляют. Но я искренне ценю то, где я нахожусь сейчас и сегодня. Ведь именно путь к моей мечте делает мою жизнь такой прекрасной и удивительной. Именно путь делает меня таким счастливым, а не один лишь результат. Если бы в моей жизни не было трудностей, сложностей, тяжелых моментов, я бы даже не знал, что такое счастье и радость. Я ценю и принимаю все свои эмоции и чувства.
Ведь именно они дают мне возможность развиваться и познавать самого себя каждый день. Моя главная задача — это не ждать того момента, когда все в моей жизни будет казаться идеальным. Моя задача — это делать каждый свой день счастливым, каждый, начиная с сегодняшнего. Быть счастливым — это не значит идеальным. Счастливым не значит без негативных эмоций. Счастливым не значит без трудностей. И счастье — это выбор. Мой выбор на сегодня. Выбор обращать внимание на то, что меня радует, на то, что вдохновляет, на то, что заряжает меня и наполняет смыслом. Я делаю выбор в пользу счастья именно сейчас и именно сегодня. В мире столько всего невероятного, чего я еще не проживал и никогда не испытывал. И я делаю выбор в пользу того, чтобы открывать это невероятное и неизведанное, вдыхая каждую частичку этого мира. Ведь я не знаю, на какой срок я здесь. И я не знаю, сколько раз я еще смогу вдохнуть весенний воздух, насладиться закатом, пробежать под летним теплым дождем, громко смеясь в компании любимых людей. Я не знаю этого, и никто не знает. Поэтому я выбираю жить сейчас. Я желаю самому себе, чтобы сегодняшний день принес именно то, в чем я больше всего нуждаюсь. Я благодарю себя за то, что я есть. Я счастлив просто потому, что я сегодня есть. Я могу дышать, могу смеяться, могу творить, могу любить, могу каждый день открывать для себя весь спектр эмоций, которые только существуют в этом мире. Я благодарю себя за опыт, который я уже собрал. И я готов идти дальше и сворачивать горы. Ведь я знаю, что я могу. И никогда в этом не засомневаюсь. Ведь каждый день — это новое начало. И пришло мое время сделать свой первый и важный шаг. Повторяй эту медитацию каждое утро, чтобы не забывать о главном. Я желаю тебе самого прекрасного и невероятного дня. Ведь ты достоин этого, как никто.